Ну вот приехали в Аэрофлот, аэропорт. Вон там аэропорт. Аэропорт Толмачёва. Вот где я показываю, вот он с той степи. Вот его даже видно, вот он, видите? Новый терминал, вот они, купола. Вот его отсюда видно. А вон рядом старый. Все приближаю, все видно. Вот он, красавчик. Это пассажирский поезд. Еще один. Вот он, Толмачёва, красавец мой. Вот он, стоит с куполами уже, почти построенный новый аэропорт. Бензозаправка какая-то. Вот они, купола. Вон краны еще стоят, крыша. Вертолет пошел. Захватил мимоходом его. Короче, идем в Толмачёво. Аэропорт Новосиба. Сейчас мы здесь пойдем окольными путями. Тут он 300 метров до него. Вот приезжаешь на станцию Аэрофлот, и все, и здесь пешим ходом уже идешь, добираешься до самого аэропорта. Здесь переходные, вот такие вот мосты. Ну какая видеосъемка классная. Пишет Samsung S20 Ultra. На телефон пишу видосы свои. Все, что обозрею, все, я же обещал. Все, идем в Толмачёво. В новый старый терминал. Новый еще не достроен, там малеха осталась. Сейчас месяц апрель 2022 год. Весна на дворе. В 23-м новый терминал уже аэропорта Толмачёва заработает в полном ходу. Пока работает еще старый. Ну вот, приехал посмотреть. Ну да, он еще не доделан. Сейчас я его сниму, все вам покажу. Сейчас дойду до него. И прямо вот я прилетел, тогда было темно уже. Сейчас светло. Сейчас я его сниму и покажу, в каком он виде, красавец, стоит. Я думаю, вам будет интересно поглядеть на него, да, друзья? Ух, аэропортик. Ну все, на этом пока закруглюсь.
подхожу к аэропорту и там все сосниму, покажу. Будет плотная видеосъемка. Во всем масштабе и красе будет показан аэропорт Толмачево. Идем по Новосибирску, городу миллионнику. Пока прервусь на этом.